היסטוריה או פרזניק חנוכה מאוצ'ים ותלמוד ותום שבת. מודרצי רסקזה ויתנם פסיה היסטוריה חנוכה, צ'ודס קופשין מסלה, איזה ורשאית את אבס הסלדו שהיא סלבה. שתוק סלדו שהיא גוד, תו איז גוד ספוסטיה, אביבי לי מודרצי את עדני, כגני פרזניק, כגני צ'טניה מליטווה הלל, и дни благодарны Всевышнему за эти чудо. И спрашивается вопрос, почему мудрецы ждали целый год, чтобы объявить праздник? Почему сразу после того, что произошло чудо, чудо на войне и чудо с ковшин масла, не объявили сразу праздник? Почему надо было ждать целый год, и только к следующему году, 25-го кислев, объявили праздник Ханука? В одной со своей святой беседы Лубавичский Ребе этого объяснял следующим образом. Есть разница большая между заповедей Тора и заповедей, которые установили мудрецы наши. Заповедей Тора Моше Рабейну не советуется с еврейского народа, они могут этого исполнять или нет, им легко это исполнять или нет. То, что Бог сказал и написали в Тора, мы обязаны исполнять. Мы обязаны кушать маца в Песах, мы обязаны сесть в шалаши, в праздник Суккот. Это не обсуждается, никто не советуется с нами. Но то, что касается заповедей, которые установили мудрецы, там они оставили место на мнение еврейского народа. Там мудрецы были прослушаны на чувства народа. Народ сможет этого исполнять или нет? Народ может воспринимать этот праздник или нет. По этой причине они ждали целый год в праздник Ханука, пока они объявили, что эти дни – это праздничные дни. И в этом есть разница между праздник Ханука и праздник Пурим. Что было в Пурим? В Пурим Хаман хотел уничтожать весь еврейского народа. Все без исключения по всему миру в один день. Когда произошло чудо, и 13-го Адара они победили всех врагов, 14-го Адара не надо было объявить праздник. Это был естественный праздник, это был спонтанный праздник. Все сели за стол, праздновали и сказали лехаим. Они все могли себе представить, что бы, не дай Бог, могло быть, если бы не это и чудо. Вопрос был, жизнь или, не дай Бог, не жизнь. Но в Ханука, напоминаю вас, история была другая. Еврейские жизни не были в опасности. Антиохус и греки не хотели уничтожать еврейского народа, как Хаман в Пурим. Они хотели оторвать нас от веры в Бога. Они хотели оторвать нас от исполнения заповедей Тора в качестве заповедей Всевышнего. Это то, что они хотели. И против этого Матитьяу и его сыновей объявили войну. И хочу напомнить, не все евреи поддержали Матитьяу. Была маленькая группа, которая даже называли их митьявним, те, которым понравилось жить по греческих правилам и по греческих культур. Но даже самое большое количество людей, которые были верны к Тору и жили на основании закона Тора, они не подумали, что стоит ради этого объявить война, которая не имеет никаких шансов в рамках закона природы против греческой мощной армии. Когда Матитьяу ушел на войну, с ним не были много людей. И поэтому во время победы над греками, когда они зашли снова в Бейт-Амикдаш и в наш храм, и даже когда произошло чудо с ковшин масла, мудрецы не были уверены, что народ, который не поддержал войну, народ, который не понимал, что это такие ценности, ради которого стоит объявить войну против Антиохус, будет понимать смысл этого праздника. Чтобы народ поддержал идею этого праздника. И поэтому ждали мудрецы целый год. В этот год что они увидели? Что в течение этого года, когда народ Израиля увидел чудес, которые были, чудо, которое было с ковшин масла, понимали тогда все, что Бог поддержал Матитьяу и его сыновей,
что действительно он был прав, и надо было идти на войну ради такие святые ценности. Тогда объявили мудрецы праздник Ханука. И как мы видим, уже 2185 лет подряд весь народ Израиль праздновать этот праздник. Если мы будем смотреть в наших времен, почти нет ни одна еврейская семья, которая не зажигает ханукальные свечи. Поскольку в наши годы, в наше время, мы все понимаем, настолько важнее были эти ценности, настолько важна была идея, ради которого объявил Матитьяу эту войну. И поэтому эти дни Ханука, они толкают нас к особой отношению, обновить наши отношения к нашей настоящей духовной ценности, к нашей отношению к Торе, к ее заповеди, понимает, что она занимает самое центральное место в нашей жизни. И именно этого суд праздник Ханука. Ждали год, но после того, что ждали год, все объединились вокруг этой праздник, все объединились вокруг этой святая, сильная, важную идея. Спасибо и хаг самех!